нет, не нажала. Я согласилась только что с тобой, а потом ты нажал cancel. Ну, я и... Ну все, отстань. Твои аргументы не сильны. Ты думаешь, я спорить с тобой буду, нет? Блять, а Мореджи? Ты ебаный в рот, короче. Кеневра, ты серьезно? Ой, господи, короче. А я уже разучилась играть. Когда увидела этих топеров, я разучилась играть. Ладно, хуй с ним, порвем им ебальники. Не знаю. А следующая касцена, где мне, блядь, рвут ебало втроем, а я, блядь, от них убегаю. Такой, помогите, блядь. Ну, видишь как, ты уже знаешь сценарий. Я уже знаю этот сценарий, потому что мы это проходили. Ладно, сейчас будет самая, наверное, тупая моя идея, это, блядь, вдвоем полететь в Аюми, когда там эти сквады. А они не летят обычно туда. Алло, простите, извините, понятие, простите меня, пожалуйста. Да, но мы уже начали каточку одну. Ебать ты, бля, Дима, короче, жук такой, да? Я тут тебе написываю, Надя тебе тут написывает, короче. Мы уже с ней на свидание сходили, да, пока ты там, блядь, я тебе ждал. Я Надю ждал, она там занята, я что-то... Слушай, я 5 минут написала, вот 5 минут я вернулась, а потом... Да, а я что-то отошел, и все, и... Ну вот, смотри, сидим, короче, с ней, да, такие, ждем тебя, а ты сейчас такой говоришь, что это все Надя, там, я такой думаю, нихуя ты, блядь. Не-не, это я отошел, но я имею в виду, что... Что, ну, что? Сейчас, секундочку. Все понятно, ну ты жук. Так, сегодня у нас, что, пятница, да? Да, пятница 13-е. Так, суббота, воскресенье, понедельник, среда. Ага, все понял. Сейчас, доигрывать тебе еще. Опять свалил, смотри на него. Странные подозрительные вещи происходят. Ну да, у меня плывет монитор немного, я такой думаю, бля. Ай, блин, ну вообще вовремя. Сейчас подожди секунду. Я проигрок, я проигрок, отстань. У меня все хорошо. Отлично, я на третьем этаже пока сейчас постою здесь чуть-чуть. Когда вся команда АФК ушла, такой, да. Нет, я немножко звук себе подправила, потому что игру я не слышу совсем. Так, я вот даже не понимаю, это ты там бегаешь или кто-то еще, блядь, тут пришел? Я гости к нам. На... Движений никаких я не вижу. Ну, значит, это ты, потому что я не понимаю. Я просто слышу машинку, да, как бы. Как ты играть-то а такая... собрался? Нормально я играю, да. Подожди. Просто ты говоришь, типа, такая, я типа, сейчас отойду там, посмотрю, да? И я начинаю слышать звуки машинки, такой думаю, так, что за хуйня, блядь? Надя отошла, я вот спросил, ты где? Там... На улице. Вот, хочешь? А ты уже там? Да, хочу. Нихуя себе, у него золотой ящик там. Надеюсь, там курмодуль один. Я такой сразу... О, машинка. О, гитара. Курмодуль один там. А, тебе повезло, молодец. Мне бы еще речарджеры как бы, ну, для полной красоты картины. Кого, потому кого что у меня есть... А? Кого мне взять? Так ты на чем хорошо сейчас играешь? Ну, я могу и на Авроре играть, и на Алпараде играть. Еще могу там попробовать на ком-нибудь играть. Я что-то устала я играть на одной лабораде, честно. Давай тогда на Авроре. Что такое? Я даже попасть не могу. Так. У тебя по защите все есть? Да, все фиолетовое. Да ладно. Да. Да блин. Ну это да. Так нечестно. Я так да в смысле? Не играю. Ты подготовился против чуваков, что ли, типа? Я говорю, я свою жопу и вазиком смазал на всякий пожарный. Ты, блин, хорошо подготавливаешься. Ну да, там, блядь, 3 топера, ёпт, Кеневра это, блядь, Амареджи. Не знаю, какой он топер на самом деле. В прошлый раз как-то он слабенько все это. Чё у вас там? Нас? Пока ничего. Пока мы просто бегаем. Пока мы просто это смотрим. Что ты. Как тут? Затариваемся, короче. Блять, да. О. У меня атака фиолетовая, но мне нужно еще квадрат и круг фиолетовый. Тогда буду счастлива. Ты знаешь, что у квадрата и круга есть, блядь, название. Это, наверное, модуль на скорости, но модуль на. Ну, наверное, защиту, я знаю, просто некоторые говорят, говори своим языком. Кружочек, квадратик. Не слушай его. Говори кружочек, квадратик. Бля, это понятно от кого, потому что тоже слышу постоянно. Мне нужен кружочек на хурикана. Я такой, чего, блядь? Обычно я раньше говорила именно вот своими названиями. Скорость там, атака. Вот. Защита. Кружочек, квадратик, блядь, треугольник. Ребята, я еще под каждого должна поставиться.
Как я в прошлый раз сказала, Селин, я говорю, там типа круг второй. Какой круг второй? О чем ты говоришь? Я говорю, да вот зона идет. Вот так и говори. И Дима такой защитник резко. Говори своим языком, как хочешь. Кружочек, квадратик, треугольник. Не, так проще. Да. Я просто в КС привык, там вообще, блин, знаешь, что-то там типа ты приходишь на точку, а там, блядь, позиции то цифрами, то этими, то названиями игроков, да, вот есть, например, типа позиция Forest. Forest это типа игрок команды NiP. Так, все понимают, где эта позиция. Путаешь позиции с модулями, да? Ну, нет, ну я просто привык, или там, типа, знаешь... Для тебя позиции модули — это одно и то же. Или, типа, на кэше, типа, угол, просто угол, там, как бы, везде углы есть, но вот один-единственный угол, он называется 90. Блять, это, знаешь, мне кажется, сейчас время интеллектуальных знаний по, блядь, названиям локаций в КС-ке, да, или всяким там, блядь, не знаю... Как это? Ну давай за меня продолжи мысль. Ну или на Инферно, типа там единицы. Короче, все, давай замнем тему, я понял. Ты, блядь, да, тут. Мне, знаете, только что начинаешь. Что не нравится. То, что ты взял и удрал от меня, а мы вроде бы как бы вдвоем играем. Бля, солнце, я же Рейвен. Ты же знаешь, я как же это мой стиль игры. Ты же знаешь мой стиль игры. Ага, удрать и заныкаться, да? А потом. Какой удрать, заныкаться? А потом напасть неожиданно, да? Солнце, я бегаю от тебя в радиусе 600 метров, как бы, да? Ну, я смотрю за обстановкой. Если что, я маякну, а ты ко мне уже подбежишь такая, типа, я, блядь, охуенный тиммейт, вон, помогаю своему тиммейту. Мне кажется, я тут, блядь, потихоньку ломаюсь. Психологически. Это все клей, Ваня. Блядь, во мне сейчас не клей, братан, во мне сейчас точно не клей. Представляете, ни одного компьютера с энергией. Тут кружочек. Тут кружочек, Наденька. Что ты говоришь? Спасибо. Кружочек. Вольный кружок, так там прям понятно сразу. Ох, можно проскакать модуль на скорость или скорость. Да нет. Я на месте. Да. А чё, нету сегодня этих лутов, что ли? А, есть один. А чё мы его не возьмем? Он прям на Айоме. А, ну, блядь, я не знаю, пошли. Ну, смотри, на Хорика там, типа, модуль скорости, да, назовем это так. Он вообще там к скорости никак не относится. Одна автонаводка, а вторая... Радиус взрыва, по-моему, или что-то. Ну да. То есть там типа вообще к скорости никакого отношения не имеет. Поэтому... Не знаю. Как я сегодня буду играть? У меня музычка релакс играет вообще просто. Наоборот, самое то. Мы вчера, кстати, что-то вообще насасывали знатно. Серьезно? Да, мы я вчера зашел такой в бой. Я его уже убил. Что ты там своим лучиком? Я, да, смотрю, блядь, в течь? Другую сторону. Что ты мне это каждое мое действие начинаешь? Я тебе ничего не надо. Я тебя просто спрашиваю. Что там лучиком размашал? Да. Блин, опа. Первый. Там Скайларк. Бля, я думал, ты живой человек. Он двигался как живой. Оказалось, нет. Вот там идет Firestar и Аврора. Где? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. А. Че, сразу, да? Да, лупим. Блин, где ты? Они в зоне, кстати. Да твою ж мать. Куда же ты? Никуда. Да ё-моё, я из-за этой зоны нифига не вижу. Вот честно, у меня оранжевый цвет сливается. Я понимаю. Вот твою же, ты кто? Так, там на тебя кто-то еще напал, да? Не, ничего. Это ладно. Это вот с ним полегче будет. Короче, нам сейчас надо на сити-холл по-бурому забраться. Ну ладно, это точнее мне, ты иди вон туда в зону. Я, если что, съебать успею. А я... нет? Знаю. Они, кстати, где-то там, за зданием были. Вон тут, внизу. А, это пирамид, бля, я не удивлен, знаешь, на самом-то деле. Пирамид еще такой, знаешь, забавный, блядь, игрок. Я вижу, вроде, куда, блядь, он приземлился.
А он еще не приземлился. Он приземлился, внизу стоит. Это не он разве? Нет. А кто это тогда был? Слушай, это же этот. Это его тиммейт. Это же этот. Как он называется-то, блин? Я надеюсь, ты с ним справишься, потому что я пошел этого добивать. Очень зря. Ты это Хюрикен. Короче, я добил пирамиду Файрстара. У него, кстати, кормодуль 2. Я выбила этого. Как его? Хюрикена, но я его не добила, потому что мне надо лечиться. Я не знаю, куда он летел. Сейчас я полечусь, подожди. Я уже увидел, куда он улетел. Мне бы сначала выбраться, блядь, из зоны, ёпта. Господи, как этот звали-то его? Да господи, ну это ДТВ или ТТВ, как... Тенебра ТТВ? Да, это он был, который возле здания. Которого понятно. Я... Ну, я, короче, добил сейчас Хурикана, я добил Файрстара, в молодец. Общем, ну... Значит, их хватит все. Пока вазелин нам использовать для нас не надо. Пока мы вазелином делимся, как охуенные, так сказать. Блять. Что-то даже шутить не тянет. Просто хочется наладить что-нибудь поделать. Короче, в пизду эту съемку, я сегодня отдыхаю, пошли нахуй. Да ладно. Потом меня спрашивают, где видосы? Где видосы? Я такой, блять. А нет видосов. Так, ладно, у нас еще остался Амареджи. Что-то я как-то... Мне кажется, я нашел его. Я очень рада за тебя. Сейчас. Сел на Габу. Да? И не один. Так. А это Думлайт, блядь. Пошел нахуй, Дум. Тихо. Я выбила его. Он сел на машинку. И уходит от меня. Мишка. Блин, я в зоне. Неудачно. Опа, о, блин, нихуя себе, я тут размотался. Оп, на изи, на изи. Он улетел в другую сторону, сейчас, блядь, я доберусь, а меня подожди. Это... Отпиздили. Я к тебе, солнце. Подожди. Сбил. Ях ты ж. Сзади, 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 да на я машинке. Понимаю. Меня выбили. Сейчас, подожди-ка, я тут, блядь. Куда лететь-то, блин, он за мной летит. На меня тут две машинки бычат. Я понимаю. Я беру машинку, подожди. На, блин. Минус выбил. Блядь, и меня выбили. Охуительно, блядь. Сейчас, приготовил сейчас, жопу сейчас. С вазелином. Блин, вот да же, ладно, блядь, у него еще осталось. А у меня тоже, кстати, мех. Да, давай-ка я туда заползу к тебе. Так, это... Так, сейчас, подожди. Он, кстати, к нам идет, но, блядь, сука. Сейчас все будет, подожди. Похер на него, стой, подними меня. Он сейчас обратно поедет. Ну, побежит в зону. Ну как я тебя ладно. Полечу? Ну я уже умираю. Ты знаешь, зато мы переебали этих даунов. Сейчас, подожди. Ну остался у них один, правда. Так. Машинка. А, ты еще живая? Да-да-да. Да блин. Зоны, зоны, выбегай. Сейчас, подожди. Надо удрать от них. Хотя бы за стеночку. Лечись, Надечка, лечись. А еще речарджеры используй. Нихуя ты себе там компьютеров набрала такая. Не надо мне какая-то штука. Так, значит, куда они делись? Так, мне надо на...
На-на-на. Блин, я нервничаю, у меня руки трясутся, все трясется. А меньше пить вчера было. Все СМЧшники спиваются? От того, что игра говёная. Они, наверное, восстановиться уже успеют, у них сейчас... А там еще медведь, наверное, это бот. Это бот. Я их даже не слышу. Проблема в этом. О, они тебя слышат. Да я понимаю, ага, засёк. Они наблюдаются тобой. Они знают, что ты будешь делать на следующей неделе. Они знают, что ты дрочишь. Блять, это не ту хуйню, которую надо было спорануть в такой момент. Особенно Наде, ёбаный в рот. Ну ладно. Как бы да. Ну, все же хорошо. Не знаю, у тебя все хорошо. У меня все охуенно, блять. Блин, где эти засранцы? Осталось 3 человека, то есть я против 2, да? Опа, Doomlight. Ничего. Оп. Бери вторую. Тихо. Оп. Я тебе говорю, бери вторую лучше. Тихо. Подожди. У тебя она на мехов тоже. Так, сейчас. Он сейчас лечится. Я знаю. Опачки. Оп. 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 Нас 2 осталось, блин, в принципе. А ты знал, что ты можешь столбы ломать эти? Знаю. Ах ты ж долбаный. Doomlight. У тебя есть пушка, которая на 10 патронов против мех. Я догадалась, как бы. Та-дам. Ах. Ладно. Я старался. Ля, ты умница.